составлена карта Свердловской области, выполнена из уральских самоцветов, и не только, кстати, потому как Лазурит – это Афганистан. И очень часто именно этим камнем он славится, кстати, один из, так скажем. Ну а мы с вами находимся на юге нашей области, здесь присутствует еще прежнее название Свердловск большими буквами. Красная фигура отмечена. Эта карта находилась в правительстве нашей области долгое время, но по истечению определенного периода времени надобность в этой карте отпала. Поэтому она и находится сейчас в нашем музее. У карты имеется подсветка, но в рамках техники безопасности, к сожалению, мы этого сделать не можем и показать вам всю прелесть. Я только хотела сказать, подсветка есть? Но, к сожалению, мы ее не включаем, это небезопасно. А все-таки в продолжении темы, то, что мы начали...